Головний тренер збірної України з художньої гімнастики Ірина Дерюгіна заявила про можливість вислання Київської міської школи з художньої гімнастики Жовтневого палацу. Він одночасно є тренувальною базою для збірної України. Приміщення вже кілька років перебуває в аварійному стані. Проте приводом для виселення є небажання продовжити оренду через борги, які утворилися в останні місяці. 59-го года здесь находится чай художественной гимнастики. Вся художественная гимнастика, которая выступает на всех международных соревнованиях, дети из всех областей Украины проходят здесь по 10, по 9, по 8 лет тренируются, готовятся вот в этом зале. Мы до 19 числа были в этом зале, чтобы вы понимали, до 19 февраля. Вот. У нас здесь тренируются личницы, в другом зале тренируются групповички. Слава Богу, спасибо, у нас теперь есть такая возможность. Вот. Но сейчас, в общем-то, тренироваться здесь сложно, так как со школы не подписывают, с городской школы не подписывают контракт дальше на продление аренды этого помещения. Отключен свет, отключено все, тренироваться здесь невозможно. И несмотря на то, как было сложно в феврале всей стране, город нашел возможность оплатить часть задолженности. То есть из трех там 120 тысяч 240 заплатили, 240. А осталась еще какая-то часть 120. Задолженности за прошлый год. Вы знаете, какие были ситуации в конце года, обращаться некуда, говорить некому, просить некого. А теперь нам говорят, с нами ничего не будут продлевать, в общем-то, вы отсюда уходите, у нас есть предписание с 1 января вообще покинуть этот зал. Здесь действительно атмосфера, ну, уникальная, то есть здесь вырастали олимпийские чемпионки, да, чемпионки мира, и хочется сюда вернуться и полноценно работать, как настоящая сборная команда Украины.